принципе, мы уже скоро будем подлетать. Давайте попробую поднять зены. То есть смотрите, кто по мне лупить будут в зенитке. Разбирайте цели и их старайтесь загасить. Так, это аэродром. Ага, и после аэродрома где-то станция сразу практически. За аэродромом. Один есть. Еще один есть. Си. Так. Так, ЕС. Где-то край города, за краем города. Должна быть. Я покинул самолет. Что случилось? Нажал. Выпрыгнуть с парашютом. Ты серьезно, что ли? Да. Что за фигня? Нафиг ты это сделал? Часы слышал. Не слышал. Часы мне сказали это сделать. Ты часы тебе спать не мешают? Что, серьезно? Ты типа, мы без тебя, шифти? Да, да. Я сейчас обзираю окрестности, прошу. Так, тогда... Дезертир, блин. Танкист, подходим. Сейчас уже зен начнут работать. Кристалл, вот это. Я поднимаю, вы, значит, работаете по ним. Так разберитесь. Зены начали работать. Они все по мне стреляют. Да. Но надо, чтобы они на меня сагрились. Такой херни мы еще не делали, да? Агри как-то. Я их атаковать не буду. Буду вижу, одна мелкокалиберная заработала, а ты уже их пролетел, Кристалл пролетел. Да, я прилетел, понятно, они вроде на меня сагренные. А я их не вижу. Ну, потому что ты летел близко, слышно. Она по тебе уже стреляет. Понятно. Ворот. Атакуй тогда, небо. Ой, танкист. Слушайте, у тебя на джойстике, наверное, кнопка какая-то есть специальная, выпрыгнешь парашютом, да? Нет, есть цель на джойстике. Одну убил, смотрите, сейчас по мне будут лупить. Да, сейчас закрыл. Дай мне её на клавиатуру вперёд. Ты заходишь, да? Уже было, так, ага. Ага, понял тебя. Ну там же... Но она не одна, ты смотри, чтоб не стреляли больше. А там разве не три раза надо нажать? Нет. Как нажимать? Да, это в ДКС 3. А, ясно. То есть, а здесь достаточно одной таблетки. Снял кристалл? Или промазал? Да хрен его знает. Промазал. Захожу на неё. Все, минус. Кажется, так, еще работает, стреляет, нет? Вроде все. Так, что так. Бомбить, что надо? Так, ребят, мы втроем, поэтому все бомбы надо положить в цель. В цели ящики, водокачки и ангары. А я, кстати, эту цель вообще не знаю. Тут какая-то другая цель, да? Ну, давайте посмотрим. Из них это нет, поэтому мы тут... Вижу, ну давай, я на ящики кидаю. Давай. Может поменьше станция? На ящики, вот они. Ящики вижу. А чё ещё-то какие? Захожу на ящики. Давай. Я жду, не захожу. Я тоже захожу там на ящики. Смотрите аккуратнее, там куча ящиков еще вдоль этого, там ящиков, значит. Ага, ты на эти, на поперечные зашел. А, я другие. Мимо. Ну, перелет зацепил, но не очень. Захожу, внимание. Вы только ты их же не кидайте, может они догорят, нет? Нет, не догорят. Прос. О! Все, героическая смерть. Ну вот. Надо учиться штурмить на этих. А я попал хорошо. Или что случилось? На бомбе, что ли? Нет, на дереве. Понятно. Вражеское дерево. Так, танкист. Ты у нас с тобой по одной бомбе осталось, да? Ну так эти-то тоже можно, наверное, свяжить, нет? Нет, свяжь вряд ли. Вот смотри, какое-то строение есть. А, вот, ну, в сторонке, видишь такое? Ну, боже, зли нитки, которая стоит, разрушена. Давай на это строение. Сбрасывай. Да, я думаю, что это последний, по идее, сзади. Да, давай. Наблюдаю.
И еще одно около ящика строение. Вот может быть надо оба. Сейчас посмотрим. Так, что-то я тебя не вижу. Ты заход. Я делаешь? Захожу, строишь. Ага. А, должен. Ну да. Эти бомбы. Хорош. Накрыл, точно. Все, горит, горит. Да. И вот не пишут, что закрыт станция. И я сейчас скинусь вот рядом. Да, 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 в уголке, прям возле ящика. Да, вижу, да. Да, да. Точно. Ну, в деревню мне ехать сейчас займу. Аккуратней. Попробую. Вот, наверное, со стороны моста будет поудобнее, блядь. Па. Хожу. Выход вроде без деревьев. Захожу. Брос. Есть. Все, наверное, закрыл, потому что там еще что-то загорелось. Ну, слушай, больше мы ничего не... Слушай, какие тут еще цели? Ты еще какие-нибудь цели видишь? Уничтожил строение, уничтожил ЖД-станцию. Так, ну, вот там платформа, еще кусочек горит. Что тоже считается строением, хер его знает. Так, вот там еще какая-то вот около зенитки левой, ну как левой. А, ну это ты только что уничтожил. Да-да-да, это здание было. А вот там еще какая-то какашка такая, типа маленькая такая, рядом с вот со зданием, которое ты уничтожал. Это зенитка, по-моему, была. Нет, зенитка вон рядом. Такой попробуй пятно. Полупить по ней. Полупи-ка вот по этой, по маленькой. Это может какая-нибудь повозка там еще, я сейчас тоже на нее зайду. А, ты вон про что, понял. Бочки какие-то. То ли бочки, то ли повозки. Ну, не видно там издалека. Вот я сейчас на них строю. Посмотри аккуратней. Вот. А может же вышку еще надо шпатить? Повреждено. А там вышка еще есть, да? Это водонапорная. Да, ой, люблю водокачки бить. Я же подошел. У нас нет... А ты подошел, да? Подошел, а, давай, фигач. Слышно? Да, вот это была машинка, кажется, я ее колбасил, эту машинку. Это машинка была, маленькая. Ну да, да, да. Сейчас водокачка. Вроде попал, но что-то она вроде не загорелась. Сейчас шифт еще водокачку накроют. А где вы? А, да, вон стоит водокачка, как раз рядом с этой машиной. Давай шифт. На Либерти сейчас 45 человек, кстати. Ну сейчас уж добьем это. Так, у меня 7. Мне 7 засчитали. Машинку вот, я да. Подбил сейчас. Зажег, да? Я в нее тоже. Да, помогал. Горит, по-моему. Ага, попробовал по водокачке, что-то и пофиг. Не, водокачку не возьмешь, Слава. Да, машинка горит, хорошо. Больше вроде нет машинок. Шифте, ты подошел? Да, я сделал обзорный круг, сейчас посмотрим. Водокачка стоит. Деревья не появятся. Видишь, да? Да. Вперед сброс истребителя, это необычная вещь. Ух ты, А, это, блин, это вы стреляете. Я думал, это фигня стреляет. Там еще какая-то. Так, бомба кинута. Такой недолет. Да, нет. Мимовато. Настолько мимо. Да, перелет, по-моему. Ай, я не видно. Недолет был. Недолет? Ну давай, я еще на попытку. И в бок еще. На лаге, в отличие от тыла, надо делать угол более... Да нет, там просто скольжение надо устранить, потому что малые обороты ставишь на пикирование. У каждого своя, конечно. Давай, шифт. Я вот со скольжением первый раз кинул прогноз. Так, два немца появилось. Я чуть-чуть высоту набираю. Дал огонечки. Танки, давай ко мне, БК не трать. Где вторая бомба? Не знаю, не сбросилась. А ты, может быть, сразу две сбросил? Значит, так можно. Да. А, нет, на истребителе, по-моему, нельзя. Это ты вправо вверх, да, тянешь? Я вправо вверх, танкист ты. Ага, я тогда... На твои огонечки.
Прокачка живая. Шифте, давай я посмотрю, есть ли у тебя бомба. Ну, еще раз нажал. Опять нет. А лампочка не горит? Опять нет. У лага нет лампочек. Есть, почему? Есть это? Да, сброс две белых лампочек. Да, но я на яйке. А, ты на яйке. Ах ты какой. Ну что, давай уходим, что, не добили. Уходим. Так, дал фонари. Курс, стою на курс 90. Смотрим, сейчас к ним еще рачи подойдет наверняка. Пойду опять ниже блоков, по нижней кромке. Курс 90. Я слева, сзади догоняю.